Несмотря на всю сложность и опасность работы пожарного, спасать людей мечтают многие. Эту экскурсию юные северяне ждали с нетерпением, ведь пообщаться с настоящими огнеборцами, а также сесть за руль служебной машины выходит не каждый день. Мероприятие состоялось в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. Без сомнения, почти каждый мальчик мечтает примерить специальный комбинезон и каску пожарного, а после без страха ринуться в огонь спасать человека. О всех нюансах работы огнеборцы рассказали и даже показали детям сотрудники пожарной безопасности. Для детей очень вообще интересна профессия пожарного и все, что с ней связано. Вот большая красная машина, как она работает, как она устроена, что в ней находится. И многие дети после вот таких мероприятий мечтают о профессии пожарного и приходят к нам работать. Какая экскурсия не проходит без осмотра кабины пожарного автомобиля? Дети один за другим залезали внутрь и садились на места, а также с интересом рассматривали специальное обмундирование. Мы показывали устройство автомобиля пожарного на базе КАМАЗа АЦ-4030. Показывали подробно устройство, что мы перевозим, то есть табель положенности, и, ну, дабы приобщить как бы детей к профессии пожарного. Каждая такая экскурсия становится для юных северян красочным и ярким событием, ведь именно на них ребятам рассказывают об особенности профессии пожарного и, что немаловажно, объясняют правила безопасности.